В пятничный выпуск мы включаем темы, которые попали в наш редакционный рейтинг. А еще у нас в студии гость, я бы даже сказала, соведущий, директор КБУ Николай Николаевич Пасечкин. Добрый вечер, Николай Николаевич. Добрый вечер. Мы решили приглашать в студию совершенно разных людей, у которых будет свой субъективный взгляд на происходящее в городе. Это будет непредсказуемо. Продолжим выпуск. В Железногорске из-за завышения тарифов на горячую воду и отопление жители переплатили за 2017 год более 295 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура. Согласно информации от ведомства, затраты муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» и компании «Красэко» на приобретение сырья, аренду, работу, услуги оказались значительно меньше, чем заложенный в утвержденный тариф на 2017 год. Николай Николаевич, вы как руководитель предприятия, как вы прокомментировали эту ситуацию? Я поискал первый источник и ничего там такого особенного не увидел. Мазут закупается согласно всем требованиям законодательства. Я провел сравнительную характеристику для себя. Нет там ничего особенного. То есть вполне вероятно, что разные вещи тут банально. Превышенная периодичность выдачи спецодежды из-за того, что она там ненадлежащего качества, вместо одной, одних перчаток в течение периода выдали двое там верхонок. То есть поскольку я зашел в первоисточник, попытался найти в комментариях ни прокуратуры, ни на каких-то, ну там, в общем, в интернете информации, в чем именно заключалось, из чего именно складываются эти суммы, информации нету, поэтому я думаю, очень преждевременно делать выводы о том, что это прямо вот. Но в любом случае это не то, что называется кражами, то есть или воровством там, да, в простонародье. Потому что было бы уже уголовное дело, и про это бы трубили уже везде, везде и везде. Кулинар!